Как вы считаете, такие визиты президента как-то влияют на жизнь города? Любой визит – это, ну, как сказать, стимул для городских служб поработать чуть лучше. Ну, все готовятся. Ну, чтобы так вот как-то кардинально что-то поменялось? Нет, конечно. Я не думаю, что это сильно повлияет. Я думаю, что он у нас развивается город сам по себе, своим образом, спокойно, по нарастающей. Есть вообще в городе какие-то проблемы, о которых президент должен узнать? Ну, я не знаю точно. Наверное, должен знать, какие дороги у нас в Сарове. Про коронавирус, наверное, тоже он должен знать. Думаю, безусловно, влияют, потому что все в городе всегда готовится к приезду таких личностей. Ну вот, а в аптеках у нас лекарства как бы вот с переменным успехом есть. Но, правда, вот сейчас мне удалось купить антибиотики для коллеги. Я думаю, что парк еще у нас как бы неблагоустроенный. Детский парк у нас не в том состоянии находится.